продолжаем наше расследование. Так, мы нашли подозреваемого в игре. Нашли его убитым. Что у нас есть? Труп номер 2. Переулок смерти. Так, фотографии места преступления. Наркота. Телефон, коллаж, сумки какие-то. Дельфинчик. Ну, белуха. Ну, все как-то немного. Ладно, обратно. Так, телефон Киллиана. Вот, есть еще. Ну-ка. Сломанный. Да. Раздавленный, скажем. Не тыкается. Вообще ничего. Найдено на месте преступления. Я разговаривал с детективом. Он больше не проблема. Это вот сообщение от Скитера. То есть это Скитер разговаривал с детективом, он больше не проблема? Нет, это он кому-то говорит. Я разговаривал с детективом. Он больше не проблема. Кому-то сообщает, мне кажется. Но это сообщение от Скитера. Киллиану. Или от Киллиана Скитеру. Фиг его знает. Если это телефон Киллиана, то от Скитера. Ну, возможно. Так, а тут у нас остался только дрон. Раскройте секрет. Картинка. А, кликабельная. Введите код из 6 цифр. Я, честно говоря, вообще не припомню там каких-то цифр. Разве что у детектива на карточках искать. А, ну, понятно, кажется. 456, последние 3 цифры. Если я правильно понимаю логику. То есть теперь мы делаем 678. Ой, наврал. 7, 8, 9, 4, 5, 6. Попали. Так. Хорошо. 7, 9, 4, 5, 6. Так, что ли? Incorrect password. Присоединяй. Странно, а почему неправильно? Вроде я сделал правильно все. Ну-ка, а так? Пароль перешифрован. Ха-ха-ха. Так, то есть он нам указывает правильные цифры, что ли, или что? Почему? Не совсем понимаю тогда. 678905. Еще раз надо определить, получается, что. А, вот, зелененькая у нас попала. Понятно, то есть зелененькая цифра попала там, где надо стоит. А желтенькие это, видимо, те цифры, которые есть в этом пароле. Получается, теперь у нас. Блин, это надо записывать на бумажке, я так в уме-то не соображу. Сейчас. Троечка не встала. Ну да, четверочка встала. То есть троечки вообще нет? Нолик, получается, четверочка и нолик, вот так. Ну, блин, за две попытки попасть четырьмя цифрами непонятно куда. Они издеваются. Нолик и четыре, ладно, записал. 4160. Так, мы знаем первую цифру 8. Дальше пусть у нас идет 4. Должна попасть. 1. По-моему, здесь не было. 9. 0. 6, что ли? Или 6-0 тогда? 6-0 вот так. А, ну, попал. Ого. 10 штук баксов. И записка какая-то. А перевод дадите? Нет?
Ищите улики на PS4. Ну, нормально. Продолжаем делать улики. Так, загрузим информацию. Отправляйтесь в Крокодил и найдите там бывшего нанимателя Киллиана. А, еще раз надо принять вот так. Поехали. Оп. Так, ну-ка. Тихо там. Не шумите. Ух ты! Меня чуть поезд не сбил. Я так понимаю, это товарищи внизу. Ну ты знаешь, тут не факт. Поезд бы тебя сбил. Или ты бы поезд. Я боюсь, что было бы неприятно. Кому? Поезду? Обоим было бы неприятно. Поровну зато было бы. Ага. Оба сошли с рельсов. Вот вам. Что надо сделать? О. Ау, есть кто дома? Эй, привет. Я так и знал. Оп. Ну, как обычно. Снова как-то привязано хитро. А что еще сфотографировать-то надо? Значки вот эти наверху какие-то. Опа, опа. Оп. Тебе что-то оставили? Да. Голубя, похоже. Зайка, побегай-ка. Еще голубь. Чели? Подожди, а Чели это не та ли девочка? Которая сама себя? Да. Не знаю. Что-то я не понимаю. Так, хорошо. Фотографии загружены. Их теперь надо, короче, опять лезть в браузер. Угу. И смотреть, что там как, видимо. Ну что, получается, что мы главу первую улики закончили. Вот бумажный голубь, который мы нашли. Надо глянуть. И фотографии с места преступления, которые мы сделали в клубе. Тоже можно посмотреть. Вот он, голубь. А что там? А. Вообще, здесь какие-то комиксы. Я просто вижу, там какой-то шприц нарисован, непонятный. На самолетике. А, вот он как раз развернутый. Угу. Ага. Что-то написано. А, ну-ка, вот перевод, смотри, есть. Деньги означают боль. Если у тебя много долларов, весь мир – твоя тюрьма. Убийственная вечеринка, правда? Этому клубу пришел конец. С меня пока хватит темных личностей. Но одно можно сказать наверняка. Сама собой эта проблема не разрешится. Кто-то очень хочет засветиться на весь город. Неоновым светом. К сожалению, это лишь начало. Я еще много чего должна тебе показать. Хм. Так, теперь надо посмотреть следующее. Фотографии с места преступления. Это вот в клубе. Мужик привязанный тоже. Ну и все, в общем-то, ничего такого.